Вы знаете, я писал недавно в своем инстаграме о том, что такой пост о том, что кто уже не первый раз в А2 на нашем концерте? Вы же помните все, что каждый год обязательно я приглашаю своих друзей и артистов, которым мне очень нравится искренне, для того, чтобы они спели с нами несколько своих песен, либо просто спели. Когда-то это был Егор Сесарев, когда-то это были Айова, у которых, кстати, вчера здесь очень успешно пошел концерт. Вот. И никогда я не называл это разогревом, потому что, реально, я считаю, те артисты... Вообще, разогрев — это какая-то, знаете, ну, такая не очень уважаемая ситуация, если честно. Вот. И когда зовешь на разогрев артистов, ты типа такой сразу: я такой крутой, а они типа не очень крутые. Ну, это не очень, как бы, в принципе, круто. Вот. Поэтому я всегда звал артистов именно в гости, чтобы о суперкрутых музыкантах узнал еще больше народу. Вот. Сегодня хочу позвать моих новых друзей, соседей по нашей студии на Галерной 20, группу Paint Shop. Дайте шум. История такая, что буквально совсем недавно... Это ребята, у которых за стеной студия, прямо вот это наши соседи. То есть заходишь... Так и есть. Да, наша дверь, а дальше их дверь. И Никита пришел, говорит: Степа, давай запишем какую-нибудь песню совместно. И я сказал: ну, если там будет что-то крутое, давай запишем. Вот. И получилась такая свободная ночь, и ребята все вместе оказались там. Он мне показал песню, я говорю: все супер, только давай все сотрем. И заново. Дай микрофон, я сейчас спою рыбу. И мы сделали. В итоге прошло буквально 5 часов, и за 5 часов мы сделали просто невероятно замечательную песню, которая, я уверен, будет качать и танцпол, и все, что можно будет качать, мне кажется. Ну, Степыч, по-братски, на самом деле. Никитос. Ты реально кумир, клевая тема. То, что мы соседи, это уже побочный фактор, на самом деле. Творчество, это в первую очередь нас заинтересовало совместное. И хотелось бы сказать, что это огромная честь, конечно, быть на этой сцене. Друзья, низкий поклон, Степка, группа «Марсель». Так что, друзья мои, и в этот раз мы решили сделать так, что мы просто сделаем совместную песню, именно совместную песню, а ребята просто споют. Это намного круче. Поэтому давайте, я хочу, чтобы нас поддержали весь зал. Да, мы очень волнуемся, друзья, поддерживайте нас. Я думаю, что мы вас не подведем. Поехали, Paint Shop и группа «Марсель», поехали. Ну, кто придумал эту странную осень? Она придет и никого не спросит. Опять. Here we go. Woo! Руки! Опять. Yep. Yep. Ну, кто придумал эту странную осень? Каждый день тебе с водой.
давайте поднимем руки! Группа «Марсель» — это прекрасный коллектив. Огромное спасибо, низкий поклон! Дайте шуму «Paint Shop». Кружатся пары, и будет всю ночь жара, жара. Что? Жара. Эй, эй. Все вместе. Что? Жара. Все, поехали. Все, все, все. Жара. Ну а самое главное. Прости. Ха-ха-ха, красавчик. Дайте еще раз шума. Группа Paint Shop. Сёлкин, огромное спасибо, бро. Надеюсь, это не последняя песня, исполненная со Сёпой на этой сцене. По-любому. Ребята. Мы группа Paint Shop. Приходите на концерты. Будет все супер. Затусуем как следует. Спасибо.